Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ставить надо микрофон, чтобы был. Номер 723. События дня. Иисус Навин 1.8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. А если не будешь соблюдать, не будешь считать, не будет благоразумно. Нужно чаще повторять слова Иоанна Златоуста. Он говорит, ты не считаешь закон, то есть ленишься. А не считая, ты не знаешь. А не зная, ты нарушаешь его. А нарушая, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. Галина Врейска вот показала паломники к святому Аврааму Болгарскому или к пастору Владимиру Головину. Пастырь-то хорош, народный, не карманный. Просмотрела и задумалась о том, почему православные всегда в поисках более отзывчивых на их молитву пастырей, святых мест, икон, храмов и монастырей и так далее. Почему? Почему? В мой любимый храм Кирилла и Мефодия, выстраданный и отремонтированный нашими молитвами и трудами, не привозят издалека паломников. Или ваш, братья, Спаситель неизменен. Он наш живой Бог, Богочеловек. Отдай сердце Христу и молись в своем храме на своем пятачке, и даст, и давал, и будет давать с излишком. В чем причина? В особенности Русской Православной Церкви, в ее традициях, в ноздрях русского гена, то есть в его суперсамости, на священника можно выучить, но пастырем ты, священник, сам сделай себя с Богом, да своими трудами для Бога, для его житницы собери снопы. У нашего пастыря как-то спросила, веруете в живого Бога? Ответил, верую. Ну, слава Богу. А то еще как видите, рассказы, анекдоты, говорит, кто-то кончил духовную академию, такое чудо было, говорит, и осталась вера в нем. То есть Осипов не все из него выбил, вытрясил. Будет желание и время, дорогой и огненный наш наставник, ответьте, вижу, что православные и не только приходят на ваши божественные апостольские ресурсы. Радуюсь и веселюсь вместе с вами, и кланяюсь вам всем в ножки с валенками. Опять скажете, юродствуешь, Галина? Отвечаю, лучше быть уродом на земле. А продолжение, сами знаете какое, надеюсь и с любовью. Вот меня тут спрашивают, что отвечать там какое. Отвечаю, на эту тему отвечал многожды. Все равно нужно молиться и трудиться. И Бог или обратит, или уберет. Это противника. А ты только укрепишься, приобретешь бесценный опыт миссии. Александр Марьясов. Слепые, зрячие, подайте слепеньким. Это интересно. Стихотворение он посылает мне уже не один раз. И каждый раз я думаю, а кто же там написал-то его такое? Гляжу, в конце моя фамилия стоит. Так вот что-то сделалось. Вообще не помню, что я это писал. Вообще. А это было событие. Слепой приехал. И теперь как с ними водиться надо? К церковному порогу бредут слепцы, ища поводыря. Кто ему укажет ясную дорогу? Кто даст костыль с глазами на подмогу, чтоб переплыть через слезные моря? И день и ночь бескрайней темнотою завязываем узел на узле. Здесь каждый шаг мне пропасть под пятою. Я расшиваюсь трещиной стеною. Мне каждый вздох угроза на земле. На ощупь все, в движениях осторожность, но как ни думай, как ни берегись, всего не предусмотришь, невозможно. Весь мир для нас под покрывалом ложным, и так без проблеска ни час, ни день, а жизнь. Кто согрешил и кто виновен в этом? Родители, которых нет в живых. Кто согрешил? За что зимой и летом бреду во тьме, о Боже, дай мне света, ведь к темноте я так и не привык. Но в темноте я не ропщу на Бога.
Я вижу свет иной, сияние зари. Не смейтесь, люди, не судите строго. Мы все еще в пути. Длинна дорога. Сам за собой с пристрастием смотри. Исследуя себя, я знаю, на скоростях космических с глазами кумиров ставил бы в обставленный уют. За пенсией на север жировать на юг. Во тьме не веря, как гласит Писание. О, Боже мой! Тебя благодарю за обостренный слух, за запахи творения, за ощущение в прикосновении рук, за озарение, каким венчаешь вдруг, за плюновение, смешанное с бреньем. Зрачки мои, повернутые внутрь, тебя, мой свет, да видеть непрестанно. Ты, мой Господь, слепым укажешь путь, закон твой, посох, в этом соль и суть. Тебе, Иисус, в слезах моя осанна. 19 января 1984 года, Барнаул. Сергей Игнатов. Христос посреди нас есть и будет. Дорогой отец Игнатий, живу духовно вместе с Крестовоздвиженской православной общиной. В этом помогают мне твои видеоролики о жизни вашей общины, которые я смотрю каждый день. Время на просмотр чего-либо другого, то есть новостей и тому подобное, в интернете больше не трачу. А на православную тему смотрю одни твои проповеди, выступления, где бы они ни были. Никакой человек не может выступать с такой силой духа и аргументацией, как у тебя, если с ним не будет Божьей благодати. Слава Господу Иисусу Христу! Да пребудет на Крестовоздвиженской общине Святой Дух! Храни вас Бог! Ну, кто не посчитает и скажет, зазомбировал мужика. Сирахов 8.6. Да кто скажет-то? Попы только. Не домогайся сделаться судьей, чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду, чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою. Ну, в первую очередь, не домогайся. Будь адвокатом или как. Бессильным можешь оказаться, значит, а нужно сокрушить неправду, тогда будешь сильный. Не убояться когда-либо лица, али сильного лица, не положить тени на правоту твою. Вот я тут практически говорю, как у меня было. Суд шел, судили, главное, и все доказано, а ничего не... Беседовать приходится с судьей, он генерал и в краевом масштабе. К нему клиент так просто не пройдет, забаррикадировался и предбанник бабий. Я целый час стучу по сердцу сейфу, пытаюсь совесть вызволить наружу. Не покривить бы самому, не сдрепить, по делу моему азартно кружим. Ему дал Доню целый битый час, что не было событий и места, о том, что коммунисты на меня рычат, в грязи безбожной с потрохами месят. Пытаясь документы показать, к дотошности тяну разгоряченно, а он параграф тыщет мне под зад, пытается поднять мой умник щемный. Ни бог, ни совесть в кабинет не вхожи. Куранты бьют последние часы. Не умиляясь, говорю все строже, что судьи оборотни, взяточники псы. Припомнил Навуфея, Сусанну, бесстыжего, безбожного судью, что он и я на Божий суд предстанем, там непременно бабки подобьют. Перед Пилатом связанный Христос. Святая истина стоит в кровоподтеках. Судья же до вопроса так и не дорос. «Так что есть истина?» – слепец воззвал в потемках. За эту встречу многие молились, как некогда за Павла перед Фестом. Слова евангельские пережигали примесь, щадит судейский кодекс с адским треском. «О, Господи, дай совестливых судей, соделай чадами у Божьей благодати. С Давидом, с Моисеем заодно да будут, дай силы распрямиться всем горбатым». 16 января 2007 года. Даже уже не верится, что 10 лет прошло, как я был у председателя Краевого суда. Ну все, иди. Римлянам 7.10. Заповедь, данная для жизни, то есть параграф, послужила мне к смерти. Сафония 3.3. Князья его посредине его рыкающие львы, судьи его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон, как будто сегодняшние все. Одного священника не найдешь буквально.
который бы любил закон, каноны. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно. Но беззаконник не знает стыда. Анатолий Внуков. Мир вам, Игнатий Тихонович! Получил ваши труды. Когда подержал книги в руках, понял, какой огромный труд вложен в них. То есть он все 38 книг выписал. В июне месяце я перенес несколько операций на глазах, отслойка сетчатки. И в октябре тоже несколько. Когда лежал в госпитале, слушал записанные на плеере ваши проповеди. Святую Библию. Начал слушать Иоанна Златоуста, начитанные вами и проповеди Ярлописти. Вы всегда были со мною. Еще в феврале предстоят операции. Зрение очень плохое. Члены моей семьи будут читать ваши книги. Если Христос благословит, внуки и правнуки. Огромная благодарность за памятную надпись. Написал я в одной книге к истинному православию. Очень актуальна для меня. Отдельная благодарность Владимиру Пащенко за отправку книг. Храни вас, Христос. И одновременно вот сегодня ночью получил второе письмо. Макогонов Андрей. Мир вам! Книги получил! Спаси Христос! Вот я хотел сказать, ну и даже показать. Вот первый внуков был. Вот он у меня за каждому задание, чтобы с книгами сфотографировались. Видно было. Вот он есть. Это что сейчас здесь, как масштаб увеличить? Вот он стоит. Видите, как все книги у него. С таймя поставил на первый. До 12 тома выложил к истинному православию. И там две пачки. Там Новый Завет. Вот все получил. А книги-то всего там тысячи экземпляров было. Ну и Макогонов получил. Вот я сейчас его здесь увеличу. Вот он сидит дома. Этот выписывал Новый Завет и к истинному православию. Вот у него какая обстановка. Какой он Макогонов Андрей. Подушечки на диване. Под локотки. Ну, а там он под книгами-то еще лежат книги. А это он к истинному православию 3 экземпляра выписал. Вот эти книги еще есть. А остальные это все к концу заворачиваются. Меньше 100 экземпляров, может быть, осталось остальных. И вот как люди благодарят, пожалуйста. А там я радостно слышать, что получили. Александр Марьясов, мир дому вашему. Сегодня общался с братом Сергеем Козловым, парализованным-то. Ему стало полегче. Благодарит всех за молитвы. Я отвечаю, молиться-то молимся о нем, что да будет воля Божия. А все же так хочется, чтобы брат наш Сергей еще побыл с любящими его. Александр Марьясов. Игнатий Тихонович, я и сам без слез не могу молиться за него, понимая, что на все воля Божия. Важно, что брат все принимает по чистоте своего сердца, без ропота и в молитве с благодарением Господа за все. Слава Христу! Рустам Гусейнов. Да, дивен наш Господь своими чудесами, благами, силами, которыми Он наделяет верующих в Него людей с чистым сердцем. Но и скорби выпадает на долю таких людей, и огненного искушения не чурайтесь. Помню, прошлым летом я чувствовал себя намного хуже, чем сейчас. Я лежал у себя дома на диване от усталости телесного, физиологического изнеможения и морального кризиса. Я лежал, как собака, которой осталось жить всего ничего. И которое было все равно, что с ней будет. И из угла рта у меня текли слюни. И тут по включенному ноутбуку транслировался ваш Игнатий Тихонович видеоролик. Вероятно, один из многих, на котором вы со своей общиной молились молитвой «Царю Небесный, Утешителю Души Истинной». После которого я встал, одев крест на себя и пошел в храм. Буквальным образом, мой организм стал в конце 2015 года, и когда я вернулся домой из Италии, я сразу подумал, вот задачку мне Господь предоставил, за какие грехи? Я же все правильно делал, жил в Библии, старался не осквернять, учился, совершенствовался каждый день. И говорю, ну, все делал правильно, так интересно. Да ни один человек этого сказать не может, все делал правильно. Но все же, вероятнее всего, я приехал доживать последнее, умирать. Но сложно представить, как я себя в тот момент чувствовал.
Что это за состояние такое людей? Никак не понятно. Кости прилипли к коже моей, плоти моей. Это образно говоря. Самое интересное, все это время возле меня не было никого. Мама моя живет отдельно. Отца я видел, когда был маленький еще, и то раза три в жизни. Сестра, та же, как и мама, живет отдельно своей жизнью. Кости прильнули. Сначала лишний жир убрать надо, чтобы прильнули. Плоть истощить. Несмотря на все обилие полноты моей жизни, мне приходилось выживать по-разному. Жизнь – этап страдания моего, поделенный на секторы, которые отличаются большими и меньшими страданиями. Все это время мне приходилось общаться с теми людьми, с которыми я бы даже не пас овец моих на этой земле, на одной, если бы они у меня были. Жизнь приобретала порой такие обороты, из-за которых я часто задумывался, кто я такой и вообще, я ли это или меня подменили. В один из таких чудесных дней моей жизни, когда в очередной раз я валялся на своем лежбище, было такое, сил не было совсем, но меня как за руки, за чресло и за спину мою поднимали ангелы. Я чувствовал себе, вставай, вставай, пора идти в храм. Да некому даже рассказать, все это не поймут. Еще подумают, чего скажут, поехавший, совсем тронулся юный доктор. Благо, что есть вы у меня, Игнатий Тихонович. Есть кому поплакаться в жилетку с заплатами. Слава Христу! Вот видите, как все припомнил, и жилетку мою, которой нету. Ну вот так, показать ресурсы. Это мой мир. Вот он как выглядит. Мой мир. Здесь и почта. Вверху написано тут почтовый адрес. Легко. То есть система, которую я люблю. Больше все вместе взятые в Фейсбуке, Одноклассники, Контакты. Ну и вот наш форум 1600 тем во свете Библии. Православный форум Игнатия Лапкина. Заходите. И вот видеоролики. Называется это православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Ну, малое посещение, но это люди, которые приходят, что-то берут. А там, где много, там ничего. Прослушал, ушел и как будто не слушал. Ничего нету. А здесь именно берут. Вот здесь ежедневно теперь я выставляю отдельно Библию, насчитанную мною, отдельно Златоуст и архипелаг ГУЛАГ и события дня. Вот это четыре непрерывно у меня одно и то же будет идти. И считает пятое, кто в храме считает Златоуста. И это шестой ролик, какие-то занятия идут. И остается мне только четыре на события дня. А все остальное по возрастающей идет. Вот. Это долгое время обрабатывает. Мне надо сначала скачать уже превращенные видеофайлы Златоуста. Это 12 томов. По милости Божией 8 томов одолел. Сегодня дальше буду скрипеть. Вот. Считается. Занятия с детьми. Михей, сними с себя волосы, остригись, расширь из-за них лысину твою. Это меня сестра Галина Загуляева подстригает. 121 просмотр. 121 просмотр за 4 часа. Это 4 часа я вставал ночью. Это все закачивал. Удивительно, что Златоуст так мало посещается. 16-15. Ну и дальше у нас что есть? Это мой мир во свете Библии, православный библейский сайт и самые ценные вопросы и ответы. Мне надо поговорить здесь Новиков Сергей Александрович. Может быть, он возьмется. Сейчас он работает над пятью томами добротолюбия, как их выставить, и мои проповеди в стихах. Да и даже стихами не решаюсь назвать. 4 тома по 800 страниц. Как их так сделать достоянием, чтобы любой находил на форуме. На форуме. Не на форуме, а ну, вот, видеоканал. А то они у меня на сайте стоят, и стоят они в PageMaker. Не у каждого эта программа есть. Я даже удивился, что она не у всех есть. Я по ней работал, мне казалось, что особенного-то. Ну, вот так вот особенно есть.
Вот я теперь показал их и сразу отправляю фото для интернета. Фото для интернета. Это наши. Ну и теперь вопрос один хотя бы разобрать. По теме идет с сайта. По теме государства. Вопрос 2812. 13 том «Открытым оком». Название книг. Почему вы не голосуете? От нашего голоса, может быть, зависит, кто будет над нами в органах власти. И отвечаю. Ничего от нас не зависит. Голосование – это масонская игра над болвашками, над быдлом. Сколько уже выбирали с 91 года и где что изменили? Вздумают поднять цену за жилье, за электричество, за бензин. И вздумают уничтожить скотину и птицу за выдуманную, по выдуманную гриппу. Решат там почти за даром отнять зерно у землепашца. Так и сотворят. Зато у меня есть твердое алиби, что я не ставил над собой этих мародеров от власти. Не выбирал кровопийца на свою голову. Я принял это как данность, как последствие за грехи. Псалом 65:12. «Посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». На этот вопрос я уже многократно отвечал. «Просто уважаю себя человек. Никогда не пойдет на эти выборы к урнам. Урны – это мусорные ящики. Чего же уж тут непонятно? Это открытым текстом, с предельным цинизмом все сказано, как в сионских протоколах и в плане Даллеса. Как правило, выбирать будут наихудшего, терновник колючий». Судьи 9.14. «Наконец сказали все дерева терновнику, иди ты, царствуй над нами». Перестали тратить сотни миллионов на избрание губернаторов, и дело не стало ни лучше и ни хуже. Царь должен сам назначать генерал-губернаторов, ибо его ставленники ему и будут подчиняться. 3 Царств 2.35. «И поставил царь Соломон Ванею, сына Иодаева, вместо его над войском. Управление же царством было в Иерусалиме. А Садока, священника, поставил царь первосвященником вместо Авиафара». Молчать об истине считаю преступлением, об истине, в которой польза всем, да было бы поменьше жирной лени, нужду избыть и множество проблем. А за молчанием в слове окаянство. Нет дела нам небрежные и ленивы, неэкономно утонули в пьянстве, считали, не беда, стаканчик пива. Молчать о том, что церковь молчалива и патриарх превыспренний молчун, не стоит тахать, что нас сносит кривда, нам всем хана, каюк и карачун. А нужно было бить набатным звоном, колоть колокола на колокольнях. Немногим высветилось этот шаг резонный. Стонали, ахали, кому досадно больно. Так не молчите же, попы, учителя, в ком вера не проявлена доселе. Вам льгот полтысячи, опять молчать велят. Пир при чумном застолье и в похмелье. Голосовые связки не жалейте. Связать преступные не все нам по плечу. Брюзжать начнут епископы калеки. И самый главный в куколе молчун. Пусть слово Иеговы прорастет не скоро. Жнецы другие подоспеют к сроку. За утаенное страшись небес укоров, легко стать истинным гнусавым лжепророком. Не облака, а пена в Божьей чаше кипит вином возмездием достойным. Пусть и немой благовествуем машет, на пальцах высветит, как собеседник тонет. В молчании скрыта гробовая тень, неслышащим, что скажет Иегова. Дилемма вечная, соединиться с кем? Быть благовестником, молчальником ли новым? 9 сентября 2005 года. Вот интересно. Господь показал нам, кто мы такие. Мы должны все это исполнять. Вот интересно, у нас жил в деревне один, Киличков Николай с Лидией. Они уехали тут в Новосибирскую область. Там. И вот вчера они на меня вышли, я у них набрал несколько фотографий показать. Вот. Но это что же такое тут? Это получается, что
Кто-нибудь подними ко мне, подойди вот эту аппаратуру. Ну-ка, там где Никиту, позови-ка. А я буду увеличивать, чтобы показать. Да вот так вот, возьми ее без аппаратуры. Да вот тут кнопка, вот видите, вот увеличение. Да она увеличит очень мало. Да нет, не очень мало. Вот это вот. Ну еще бы как. Ну, вот видишь, я бы больше увеличил. Вот насколько еще. Еще раз нажмите. А? Еще раз А нажмите. Теперь она к низу пойдет. Нет, о. Ну вот, спаси Христос. Вот он здесь где-то Николай стоит, вот он справа. Я буду стрелкой показывать. Видишь, как держит знамя. Вот. Опять же, передвигать мне надо, тушить. Все равно, возьми этот в руки аппарат, я уберу тут все. Я быстрее покажу. А так не получится. Что сделать? Да вот эту вот, отдельный аппарат. С той стороны зайди. Что, да. Почти напрямую показывай. Я сейчас тут уберу книги, вот покажешь тут. Вот. Вот теперь я другую показываю. Видишь, как легко. Вот он стоит, Николай, со знаменем. Сфотографировали его. Ну, тут, может быть, кто-то знакомый, не знаю. Опять. Вот это у них в храме как. Причащает детей священник. И крест какой на это с какими и в конце. Идет и еще раз поперек что-то тут. Ну, то есть везде вот это вот. Крест скрывают. Боятся креста и православные, настоящего креста. И на храмах такое накрутят, навертят. И в кладбище обязательно поперечные, на балдажнике сзади. Вот. Ну, тут и бритые, и небритые стоят. Видно, что они подходят к причастию уже. Ну, явно далеко не так, как у нас было. Женщина полголовы, тут волосы раскрыты. Даже девочка и та раскрыта тут идет. Это я внешне только вижу. А так иконы, светильники стоят. Это вот какие-то у них там священники. Видимо, он низенький ростом, похож на Алексея Матюшина. Девочки стоят. Ну, вот как одеты. Видно, что платки все. Ну, вот она. Как еще закрыта голова. Платка-то даже и не видать-то. И вот так. Вот мужчина. Сзади это Николай. Вот он стоит как раз. А мужчина-то тут один с бородка. Два всего. Там он, видно, один бритый. Вот женщины. Ни одной нормально покрытой нету. Волосы наполовину. И священник это считает за норму. Этот иеромонах, видно, а как, епископ, наверное, приехал с жезлом, ну да, епископ, вот так. Даже девочка, вот маленькая, как у старообрядцев, пол головы раскрыта. Слава Иисусу Христу! Татьяна Капустина, старшая сестра, провожает. Вот, теперь что? Ну, тут ясно видно. Вот. Причащает девочку маленькую, я уже просто наружно вижу священник. Вот поддерживает кто-то, Николай там рядом, видно, плат поддерживает. Наш Николай, смотри, какая борода у него нетронутая. Он у Николая по льгу его похож чем-то, икона у них тут. Ну, храм украшен, тут ничего такого нет. И вот причащается мальчик, священник, хорошие фотографии. И здесь... Николай, наш Николай, ну без пояса, может быть, в свитере, не знаю, под ним пояс, под свитером. Вот у нас вот с поясом был, а там вполне мог снять. И в церкви елка, мишура паутиной обтянутая, но это-то как, у нас разве может быть такое, даже смешно сказать. То есть он выехал туда, а лучше-то ничего ни у кого нету. Вот я только показываю, женщина стоит, волосы, видно, что она же не девчонка, ну хоть какая, вот. Николай тут рыба, но рыба хорошая. Тут у него дрова сложенная, рядом лес. Это было с 17-11 году. Вот там был кошечка у него тут рядом. Видишь, как дом такой откупил, молодец. Слава Богу. Вот идет на причастие, руки растопорщил, надо в крестное знамение складывать. Пальцы-то веером пустил. Да еще расширил все и там, и здесь. То ли у них так принято, или что, непонятно. Ну, тут видно, со стриженной бородой, неважно. А вот интересно, мне понравилось, корова переплывает, там река у них, корова плывут, картина хорошая. Ну вот, а здесь священник освещает воду. Похоже на нас, также фляги стоят, вот. Ну,
просто так же, как у нас, стул на стуле 17-14 года, 11 года. Так Николай уехал, что уже, в 11 там был, ну, наверное, в 10 уехал. Вот считай, 7 год, как будто вчера только было. Вот он стоит со знаменем. Мужчина, вот один тут побритый, то совсем, может быть, юноша. Не важно. Не так важно. А вот у них за столом священник во главе сидит. На Алешу Матюшина сильно похожи. Мужчина тут такой, дети без платка все совершенно. Женщина тут без платка, полураздетая. Ни одного правильно одетого нету. Нету. Этот локтем на столе. То есть ничего этого не соблюдается, чтобы над столом не склоняться. Явно делаю. Этого ничего не соблюдает. Они и сам священник-то, видать, не знает, как должно быть пристойно. А вот это, значит, к нему приехали. Это вот из нашей же деревни. Вот это были. Да все трое из нашей деревни. Николай в гости приехали. Видишь, как они тут блаженствуют. Вот это вот. И это Игоря Глушкова, жена Галина, огородица хорошая, это сын ее бритый. А это жила у нас врач Золотова, хорошая женщина, Вера Федоровна. Вот. А тут куриц держит, сыпушек набрала, и они к ней со всех сторон. Видно, она любит такая, бухгалтера была Лида, жена Николая. Это видно их во дворе, и в дроваках тут, и все. И все это приезжает человек в любое село, то, что показывает, в любое, то, что у нас есть нигде, почему с нуля, сами. Сам человек трудится, сам строит. Ну и вот священник читает Евангелие, вот они, как это везде так принято, чтобы им на голову кому-то положили. Вот Николай слева стоит, там налой, и женщины, бабушки, у всех полголовы открыто. Ну, я еще могу сказать. Девчоночка маленькая стоит, хорошо так все. А ты в шапке какой-то мужчина или женщина, не поймешь. Да, тут большая разница с нашим. А вот Николай что-то молится, что-то дают, и он за какими-то ватрушками тянется. Тоже, наверное, что-то тут дают им. Все время свитеры разных. А что без с поясом-то? Я думаю, ни одного там и с поясом и нету. Бородки, видно, стрижены, в шапочках. Ну, как попало, не попало, никак. Вот там тоже так. Ну, маленько, хоть борода чуть-чуть есть. И это, похоже, их храм. Крест хороший. Крест нормальный, восьмиконечный. Никаких набалдажников, утолщений на концах нету. Ну, слава Богу. И вот Николай тут у подсвечника стоит. Подсвечник купленный. Так, ничего нету. Видишь, какая борода нетронутая. От нас счет он сохраняет, то и хорошо. А здесь он собачонку гладит. Маленькая. В 11 году. Вот. Ну, тут видно без пояса. Значит, пояс совсем не носит. А это он как раз Вера Федоровна. Вербочек нарвала. Вот она в очках. Кандидат медицинских наук. Была в Потеряевке, переехала туда. Муж умер. Парализованный был, в аварии большой претерпел. А это Николай. Вот дом такой у него. О, дом-то хороший, из бревен. Красивый. Ну, что скажешь-то, побеленные бревнышки. Это вот я вчера у него набрал. Это выходит повторное попало. А здесь вот он идет на помазание, похоже. Руки подставляет священник маленький ростом. И вот это на спине крест, не на крест, ничего так. Неизвестно что. А здесь причащается девчонка, прозрачный платок, голова раскрытая. И там женщина сзади идет тоже пальцы веером. Это не один. Они не знают, как пальцы складывать. Вот не знаю даже. Мальчик идет тоже пальцы веером. Заметьте, три человека, и сам Николай. Это обычай такой. А вот борода пострижена, рядом стоит. У нас бы он стоял за дверями, пока не отрастет. Это говорит, тот переехал еще. Переехал к высшему, что-то от курочек держит. Хорошая фотография. В духовном плане
в духовном, что он лучше-то найдет? Это напротив дома. Во! Вот это они собрались у деревенские. Галя приехала, двое девчонок и Максим. Вот, святые, красиво. Дом-то хороший, налищики. Замечательно. Вот так. Вот стоит, видно, что стриженный. Борода. Здесь его никак не увидишь. Это рубашка на нем, нет пояса. Нет, это заправлено брюки. Ну, легко понять, пояса нету. Нету. Ну, а пояса нету, значит, то есть не наденешь селом. Вот Николай стоит, голову подставил, чтобы Евангелие. Как будто это что-то дает. Евангелие подставил. Ну, а что? Считают, конечно, на церковно-славянском. Думают так, что на русском вряд ли. Священник какой, насколько меньше всех. Маленький ростом. Вот это все есть, то есть. Вот это они в храме, как что-то он стоит тут один. Женщина. Видишь, он тут это второй раз за этим стоит. Жена с этим около цветочка. Да похоже, что это девчонка какая-то. Это Лида, жена его. Как? Кто она такая, не знаю. Просто взяли. Лида закрыта. Вот первую видим. Все-таки наша сохранила. Волосы полностью закрыты. Вот видите, даже что-то еще сохраняет. Все на этом. Я думаю, на сегодня у нас хватит. Там покажи.